Це Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та військовий льотчик-інструктор. З нами на прямому зв'язку. Пане Романе, раді вас бачити. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Пане Романе, хотілося б розпочати нашу розмову з лівобережжя Херсонщини, бо, мені здається, не дарма росіяни називають його Херсонсько-Кримським напрямком. Насправді, в самій назві вже лежить вся суть, весь ключ, власне, до бойових дій на півдні нашої держави. Найімовірніше, напрямок Криму і стане пріоритетним для наших сил, але до цього треба зробити ще цілий ряд кроків. Якими вони є і що потрібно зробити для того, аби врешті вийти на якийсь оперативний простір перед нашими військами? Общее направление, стратегическая задача там действительно это освобождение Крыма. То есть, по большому счету, можно сказать, такое направление Херсон-Керчь, если по карте смотреть, на юго-восток. Левый берег, там в нескольких всего лишь локациях сейчас есть наши тактические, пока еще тактические плацдармы. Они были обозначены нашей разведкой, войсковой разведкой, которая на левом берегу еще с весны такие задачи выполняет. Должно было быть развиться наступление и с освобождением Крыма в начале лета, но россияне просчитали эту возможность, подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, сбросили воду. Вода стояла где-то 1.5-2 месяца, пока сошла. Пока до сих пор, в принципе, вода, грунтовые воды стоят высоко к поверхности, близко к поверхности. Верховодка, так называемая, она поднялась где-то на 0.5 метра. Сейчас со второго примерно штыка лопаты уже вода начинается. И там закопаться практически невозможно. Но здесь и плюс, и минус. Также закопаться не могут и россияне. Почему они первую и вторую линию обороны, можно сказать, оставили, ее смыло. Они сейчас на третьей линии, сразу третью линию они и отстраивали как линию обороны, идущую по берегам этого зеркала воды. Они его просчитали, эти высоты. Но там есть где-то от 15 до 30 километров по некоторым позициям практически невозможность закопаться. А раз так, то у нас есть эта возможность как минимум создать оперативный плацдарм из этих мелких тактических плацдармов, создать один серьезный оперативный плацдарм, для этого километров 15 по радиусу, для того, чтобы можно было отстроить инженерно-технические сооружения для переброски войск с правого на левый берег. Кстати, как раз в тех же Крынках рядом Днепр, он узкий, а тем более сейчас на низкой воде там можно построить хорошие переправы. Причем и в том числе и понтонные, ну и основные это баржевые. То есть построить с левого, с правого берега дебаркадеры, это такие пристани, с которых можно было и на которые, из которых перебрасывать технику. Механизмы эти есть. Как только будет стоять задача, эту, скорее всего, это действие будет выполнено нашими войсками, но все будет зависеть от количества сил, средств, которые есть у нас, не только для форсирования Днепра, а и для дальнейшего движения, потому что нет никакого смысла создавать оперативный плацдарм, который уже будет под серьезным ударом российской авиации и артиллерии, если не двигаться дальше, на Крым или хотя бы на Скадов, то есть к Черноморскому побережью левого берега. Даже задача минимум движения на Скадовск наших войск, она уже может подвигнуть наше командование для принятия решения на создание на левом берегу именно оперативного плацдарма. Но все зависит напрямую, еще раз повторюсь, от наличия сил и средств для выполнения таких работ, такой работы. Пане Романе, ви зазначали, що росіянам дійсно потрібно здолати чималий шлях, щоб доставити техніку та особовий склад для підкріплення на лівий берег Херсонської області. І цих шляхів є два. Перший – це 600-700 кілометрів, якщо виїхати з Ростова та рухатися через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Олешки або Нову Каховку. І, відповідно, другий шлях – це 300-400 кілометрів, якщо виїхати з Тамані та їхати через Керченський міст. Тобто, ну, логічно, якщо Керченський міст впаде, точніше, не якщо, а коли, то у росіян, виходить, залишається лише один шлях для постачання боєприпасів і всього іншого необхідного для ведення бойових дій.
Вы правы, да, это повторим. Основной путь, допустим, боеприпаса и техники, и живой силы противника с Тамани, допустим, под те же Олешки или под те же Крынки. Им надо из Тамани пересечь в пролив через Керченский мост, дальше Керчь, дальше Джанкой по железной дороге, дальше движение на Армянск, и с Армянска движение на те же Олешки. Или на в сторону Новой Каховки, в зависимости от задачи. И это где-то 300-400 километров. Если, а там одна точка такая реперная, если уничтожить Керченский мост, то у них останется единственный путь, как доставить боеприпасы на левый берег, это из Ростова. А это уже 600-700 километров, причем как минимум 500 километров, 500 километров под ударами наших дальних средств поражения. Это где-то от Новоазовска, допустим, до того же Днепра. И эти 500 километров под ударами наших ракет очень сложно создать хорошее, то есть нужные поставки, нужный объем материалов, которые используются при выполнении боевых действий. Потому для россиян это практически смерти подобно. Они не смогут это сделать однозначно. Мы, естественно, не дадим, а значит, им придется принимать решение об уходе с левого берега, либо на третью, сразу на третью линию обороны, или вообще заходить в Крым. Но выход с левого берега, заход в Крым поведет за собой сразу, приведет к обрушению еще и Запорожского фронта. Потому у россиян сейчас очень большая проблема, как решить эти вопросы снабжения, если, или правильно вы сказали, когда будет уничтожен Керченский мост. Потому ждем с нетерпением продолжения сериала, который нам вчера показало Главное управление разведки, в видео съемки Керченского моста. Хотелось бы увидеть его не в собранном состоянии, а в разобранном состоянии. И тогда займемся этими 700 километрами логистической цепочки, которая останется у россиян. Пане Романе, і ще досить цікаво, ще тиждень тому у керівництві української армії так досить обережно анонсували наступальну операцію в районі Кінбурнської коси, звісно, без деталей, та не виключили звільнення цієї території вже в найближчій перспективі. І ви зазначали, що парадокс полягає в тому, що цього можна досягти без жодного пострілу та без прямого бойового зіткнення із російськими окупантами. Поясніть, як це можливо. Ми зараз продемонструємо на карті, де знаходиться Кінбурська коса, і ви спробуйте нам розлогіше, детальніше зрозуміти, як це може бути без жодного пострілу і без бойових зіткнень. В районі Олешек зараз знаходяться наші два тактичних плацдарма. Якщо їх об'єднати в один і виконувати далі розширення до рівня оперативного, то потом можно в районе тех же Олешек двух мостов железнодорожных организовать тоже переправу, перебросить войска и двинуться в сторону Скадовска. Вот я сказал, что задача минимум, так сказать, это стратегическая. Может быть, выход в сторону Скадовска. Вот покажите с Олешек на Скадовск движение. Причем там есть дорога, даже вдоль дороги, если двигаться южнее Олешек и дальше уходить, это шоссейка там, тогда довольно-таки неплохо там можно двигаться. Вот с Олешек на Скадовск, то вот это движение вынудит россиян очень быстро уходить с Кинбургской косы, с этого треугольника, так как они останутся в глухом таком котле, из которого выхода просто не будет. С одной стороны треугольник такой, с одной стороны Днепр, с другой стороны Черное море, а с северо-востока, с третьей стороны будут двигаться украинские войска. Потом они просто уйдут оттуда. Они нигде, никогда россияне не оставались в котлах. У них не хватает сил, средств для того, чтобы в котле удерживать оборону. Слишком большие расходы боеприпасов. Почему им очень важно железная дорога для доставки боеприпасов. Не только прямое сообщение, еще и железная дорога. Потому как только мы начнем создавать оперативный плацдарм, как только россияне поймут, что направление это на Скадовск, они тут же уйдут с Кинбургской косы, и не нужно будет там выполнять никаких боевых действий.
Пане Романе, і на сам кінець, фактично, 4 хвилинки у нас залишається, і це час для того, щоб обговорити ситуацію довкола Авдіївки наразі, тому що вона є дуже важкою. Я бачив, що наші військовослужбовці там записали відеоповідомлення і казали про те, що ось росіяни сунуть, постійно пруть з усіх напрямків, яких тільки можливо, і більше у них артилерії, більше особового складу, там, за підрахунками Deep State, 1 до 5 окупантів на одного нашого військовослужбовця, і це, безумовно, дуже важкі умови, тим паче, що і погода вносить якісь певні свої корективи. Як ви вважаєте, наскільки наразі нависла загроза над Авдіївкою, і чи вдасться росіянам, бодай, якось частково, можливо, втілити свої плани в реальність? Ну, она не больше, чем была месяц назад. Это вот большой привет. Все пропальщикам, которые рассказывали, что все пропало, Авдіївку сдали, взяли в котел, ну и так далее, и тому подобное. Стоит Авдіївка, стояла и стоять будет. Там довольно-таки удачное расположение нашего гарнизона. Его поддерживают еще два гарнизона с севера-запада. Это северо-западный гарнизон с юго-запада, та же Карловка, северо-запада Черетина, то есть два гарнизона поддерживают Авдіївку в общей системе обороны. Высоты, которые мы занимаем, Авдіївка на высотах находится. Россиянам приходится переправляться через определенные естественные, можно сказать, уже как железная дорога, конечно, насыпное, но искусственное, но оно там уже как естественный рубеж. И дальше попадать под огонь нашей артиллерии и минометов, пулеметов. То есть выкашиваем живую силу противника. А вот двигаться техникой они уже не могут. Уже начался уже сезон дождей, осенний период так называемый. Потому максимум они либо как-то в колоннах пытаются двигаться, это по дорогам с твердым покрытием, где мы их накрываем артиллерией, очень легко прицелиться, кстати. Либо живой силой, то есть забрасывают пушечным мясом, так называемым, россияне. Пытаются, по крайней мере, забросить. Почему и там оттуда идут, ну, как минимум сообщения, в сутки до батальона мы их выкашиваем российской живой силой, пакетируем, так сказать. Стоит Авдіївка, там больших проблем таких глобальных не будет, если будет достаточное количество боеприпасов туда направленное. Скорее всего, потому сейчас и чуть подморозился Запорожский фронт, Запорожское направление, туда идет, на Авдіївку идет основной поток боеприпасов как раз для уничтожения россиян. Удержим мы до зимы, по крайней мере, до дождей, и однозначно удержим это направление. Пане Романе, до хвилини у нас ще залишаються. Проблема, що не виникла, ми про це говорили, але з вами, як з військовим льотчиком-інструктором, хотіли б це зачепити. РБК-500 авіабомби касетні використовують окупанти, які їх переробили як КАБи, тобто керовані авіаційні бомби, запускають їх дистанційно. З яких дистанції вони здатні запускати ці бомби, і наскільки наша протиповітряна оборона має змогу збивати літаки? Ну, зрозуміло, що є дефіцит, але ваша думка. Разовий бомбовий контейнер РБК-500, касетна авіабомба з обвесами, з крилишками для планування. Росіяни їх використовують, це іранського виробництва крилишки. Используют как раз для того, чтобы забрасывать авиабомбы на дальность до 70 километров. До 70. То есть их могут, в принципе, без проблем самолеты, не авиабомбу, а самолеты могут сбивать наши зенитно-ракетные комплексы с такой дальностью. У нас есть два сейчас ЗРК. Это СМПТ французский, франко-итальянский, и Патриот американский. У них дальность больше 100 километров. Потому и когда будет достаточное количество этих комплексов развернуто по линии обороны, россияне просто не смогут их использовать. А кассетная авиабомба, она все-таки, кассетный боеприпас работает в основном по пехоте. Но пехота не статична, пехота динамична. Нельзя ввести, допустим, четкие координаты, где будет находиться пехота через час. Это просто нереально. Потому пока россияне используют РБК, в таком режиме, в планирующем режиме, больше для картинки информационной. То есть туда, куда попадают кассетные боеприпасы, там где-то час назад была наша пехота. Ну, да, в момент удара ее там уже нет. Но картинка получается красивая.